Здравствуйте! Это канал Максим Адзе, и мы сегодня будем заканчивать проходить игру «Как достать соседа 4 на отдыхе». Хотя четверочки здесь нет. Но тем не менее, это четвертая типа часть, нифига не официальная, и остановились мы на уровне под названием «Купание». Сегодня выдалась очередная... Ой, господи, отличная погодка, самое время поплавать, позагорать. Сосед не умеет плавать, однако любит погулять по пляжу, посмотреть на девушек купальника. Сделаем так, чтобы он не забыл этот день. Да, кстати. Кстати, об этом. Вчера было 25 градусов у нас на улице. Май. И очень хорошенькая прям погодка, действительно. И... вот только... Не цвело бы. Если бы не цвело, можно было бы уже мне реально кайфовать от этой погоды. Но, к сожалению, сейчас самый разгар этого цветения. Особенно берез. У меня аллергия на это, как я уже говорил. И для меня это довольно-таки вредно. Ну, наверное, ножом лодочку распилим. Проткнем. А тут что-то подпилить надо. А так, если бы не цвело, можно было бы даже бассейн поставить в деревне у нас и наслаждаться им. Но это сейчас для меня тоже вредно, потому что вся пыльца будет лететь в воду, и эта вода будет очень вредна для моего здоровья тогда. Так, ну, песок в мороженое, возможно. Да, все верно. Ну, а сюда... А тут ничего не надо, просто... Нет? Знатно полетел. Все, кирдык лодки. Так, ну вот, с мороженым пакость еще есть. Потом с краном. А, еще вот с этим. А, ну, все вроде сделал тогда. А бутылка ни для чего, что ли, не нужна? А, я пробку же взял уже. Из бутылки пробку. Понятно, все, тогда вопрос решен с этим делом. Было довольно-таки несложно. Цветение у нас, оно же где-то около месяца идет. Ну и желательно, чтобы дождик прошел нормально, чтобы пыльцу смыл. У меня и сейчас как раз-таки из-за этого... Аллергический кашель или насморк. Притом на улице я чувствую себя получше все равно, чем дома. Потому что там воздух хоть и есть более-менее. А тут воздуха не так много в квартире. В деревню я сейчас ездить не могу, потому что там вообще все цветет. Там березы кругом. Очень надеюсь, что... Очень надеюсь, что быстренько все отцветет и это кайфовать можно будет от лета. В этом году май действительно теплее намного, чем в прошлом. У нас в Новосибирске, не знаю, как у вас. У нас в прошлом году май довольно был холодный, а в позапрошлом теплый. Вот я и поэтому ждал, надеялся, что в этом году тоже будет теплый, как в позапрошлом. И вот, слава богу. Следующий уровень называется танцы, а вот и все долгожданные...
Танцы, приглушенный свет, романтика – самое место пофлиртовать с служивицей. Только в темноте все может пойти не так, как планировалось. Ну да. Скамеечка. Опа, стоп. Идем наверх. Берем все нужные нам вещи. Давай, чё встал-то? Иди, блин. Так, ну, не знаю. Наверное, подпилить надо. Нет. А чё тогда надо? Вот это? А-а-а. Помнил, да, я помню, проходил это место, да, тут гирлянда должна облежать. Не помню, правда, что конкретно произойдет от этого, но... Но сейчас посмотрим. А, просто типа колючая она. Понятно, что разбитая. Хорошо. Блин, он тут пойдет, что ли? Столик. Стремянка. Не знаю, подпилить. Вообще, у нее цвет такой, как будто она железная. Но, видимо, деревянная все-таки. Блин, может быть, масло надо было разлить на столик, а фиг его знает. У меня такое ощущение, что надо было масло на столик налить. Сейчас попробуем еще раз. Потому что других мест я не находил. Нет. Ошибся. Куда же масло тогда надо? Вообще логично было бы, что масло надо куда-нибудь на эту. Где-нибудь, чтобы он поскользнулся. Но я что-то пока не нахожу такого места. А, вот, господи ты, боже мой, вот здесь. Отлично, все, все сделал. Масло что-то почему-то какое-то синее. Это как-то странно очень. Оно вообще не должно быть синим. Но это недоделка какая-то, видимо.
Давай, 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 быстрее. Ну, коряво анимации все сделаны, конечно, в этой игре. Поэтому я... Не понял, а почему ты уровень-то не заканчиваешь? Надо нажать на кнопку. Окей. Так, следующий уровень — охота. Сегодня сосед устраивается... Ой, это, отправился на охоту. Палит без усталости из ружья. Пугает уток. Нужно навсегда отбить у него такой интерес к варварству. Да, давайте отобьем. Мини-капкан. О, здорово, чувак, которого я не знаю. Давай. Что с медведем надо сделать? А, может, это типа в зубы засунуть? Ну, почти. Блин, в мусорном баке поди что-то могло лежать еще. О, вот эта штука. Хороша музычка. Чё ж он ему в рот-то лезет? Это он спит так? Вообще лежит, как будто плюшевый. Сейчас осмотрим мусорку. Так, это у нас патрончики. Может быть, зарядить надо? Нет? Точно. Косточку туда, наверное. А, типа они взрывные, что ли, патроны эти? А куда жуточку-то надо? А, какое озеро? Вот это озеро, так его не видно почти. Заряженная курочка, ё-моё. Это как понимать вообще? Кажется, он сюда не ходит вообще.
Во! Ничего себе, вот это эпик был, конечно. Правда, правда физика нереалистичная, как будто совсем. Перебор, я бы сказал. А, он думал, это настоящее, что ли? А, ну да, он пугает тут их же, ё-моё. Так, следующий уровень, предпоследний. Прогулка по саду. Прогулки по саду, всё. Все размеренно прогуливаются по саду, пытаются приблизиться к искусству. Сосед даже пытается почувствовать себя художником. А он точно рисовать-то умеет? Ну, давайте узнаем это. Так, а не берется, что ли, бензин? Сено, лягушка. Топор. Уже немало предметов, которые можно взять прямо здесь. Че ты встал? Иди давай, блин. Блин, тут еще что-то можно было взять. 4 целых предмета, которые взять можно здесь. Ага. Сослуживицу пытается нарисовать. Старшую сослуживицу. Ну, что-то у него получается. Если он, конечно, все точно сам нарисовал это. А то что-то я в этом не уверен. Так, значит, что можно с этим сделать? Собаку отвязать можно. Так, ну не знаю, что с этим можно сделать. Наверное, это. А, вот, на краске. Или на краске тоже нельзя. А, можно. Окей. С этим сделали. Колючую ветку, ну, наверное, в сено. В сено. Но сначала посмотрим, что тут произойдет. Видимую воду не удосужились, естественно, сделать. Коробка с платочками. Вот тут я забыл сделать что-то. Летающая тарелка. А, да, все понял. Сейчас сделаем еще раз. Да, лягушку в платки, я так понимаю, надо. А куда же еще? Блин, еще из шляпы что-то сделать надо было. Женщины все-таки лягушек боятся, а сено все-таки надо в шляп. А, блин. Она вообще не видит, что я отвязываю пса, блин.
Ой, ладно, окей, сейчас посмотрим, что произойдет у нас. Уже золото так быстро, что ли? А суперклей не надо в тарелку случайно? Ну-ка, пока он ходит, проверим это сейчас. Нет? Точно нет? Ну ладно. Ай, давай быстрее шевелись. У меня еще дела сегодня есть, блин. Так, и последний уровень — отъезд. Вот и закончен отпуск, все собирают свои вещи. Вадик тоже нужно собираться домой, но не может же он просто так все ставить. Давайте пожелаем соседу счастливого пути. Ну давайте. Так, ну, наверное, вот эту сумочку надо осмотреть. Собака что-то, наверное, сделать надо было. А, и с багажником. Ну ладно, и тут сосед сюда шел, может быть, я бы и не успел. Взболтанный лимонад. Мятные конфеты. А картошку не туда ли? Нет? Пакостей много здесь. У меня и картошка. Нет. Поливочный кран. Я его раньше здесь не было. И... А, я вспомнил. Да и картошку надо вставить. Блин, вы только посмотрите на пса этого. Он же просто... Он просто завис, рот разинул и ничего не делает. Ого, сколько сколько инструментов тут. Шарики для го... Так, поливочный кран. Камешки, возможно, еще надо куда-то.
Потому что ключи, камешки-то еще остались. А или, может быть, это за две пакости, как бы, считается. Просто поэтому... Две такие есть, поэтому туда ста... Да, вот кто может, поскользнувшись, сальто сделать? Никто, кроме такого соседа, я думаю. Потому что... В законах физики у нас это не прописано, вроде. Не хватает высоты, чтобы сальто сделать, поскользнувшись просто. Не, вы посмотрите на этого пса, ну реально. Уперся в небо, разинул рот и все. Реально плюшевый как будто пес, который оживает просто когда это надо. Вадя издалека смотрит, короче, на нашего соседа. Фу, какая гадость. Скользит еще, блин. Так, ну и последние две пакости. Ну чё, эпик бы какой-нибудь сделали нормально, чтоб он там полетел куда-нибудь, лимонад этот. Поздравляем, вы прошли игру. И всё, никакого эпика даже нету. Да, вот... Вот серьёзно. Короче говоря, игра получилась таким же отстоем, как когда соседа 3. Но все же она получилась лучше, чем когда Седа 3. Когда Седа 3 это вообще полный отстой. Но так же, как и в предыдущей игре, мы не получили какого-то эпика в финале. Обычный уровень, в котором даже никого, кроме соседа и нас, нету. И в этой игре с музыкой также проблема. Единственная крутая музыка это в главном меню и в этом, в лесу, в остальных местах музыка такая себе, если честно. Какого-то чувства... чувства прикольного она не вызывает совершенно. Ну и самый главный минус игры, это в том, что, как и у предыдущей части, это то, что анимации толком не проделаны нормально. Где-то даже законы физики не соблюдены. Анимации корявые. Ну и реалистичности даже какой-то не сделали. Вот в том же лимонад. Лимонад должен был там, не знаю, вода из него должна попалиться. Может, он вообще мог бы там полететь, не знаю. Нет, ничего этого здесь нет. И следующая игра, когда соседа из России с любовью... Получилось гораздо лучше, чем третья и четвертая часть. Я бы в нее с удовольствием сыграл, меня просили, я бы реально в нее с удовольствием сыграл, но, к сожалению, я не могу этого сделать, поскольку она постоянно зависает на загрузке намертво, так что приходится компьютер перезагружать. Да, диспетчер задач даже не получается раскрыть. Когда соседа каникулы олигарха, вообще моя любимая часть из клонов на когда соседа. Но играть я в нее не буду, так как я ее уже несколько лет назад проходил, поэтому не буду тратить на это время. Еще раз, если хотите, можете посмотреть у меня на канале, можете найти прохождение каникулы олигарха.
Поэтому, наверное, мы в следующий раз к следующему клону, к которому мы перейдем, это, наверное, будет «Как достать соседку» полный гламур. Потому что «Когда стать студентом» мы уже проходили, «Когда стать квартиру» тоже проходили. Собственно, такие вот дела. Меня еще один чувак просил, а ты на виртуалбоксе запусти «Когда соседа 5», и там будет работать. Да, я пробовал запускать ее на виртуалбоксе Windows 7. Она там работает, но она там работает очень паршиво, и играть невозможно. А на более старых системах пишет Unable to create 3D scene. Игра, короче, там не запускается. Поэтому, увы, поиграть мы в нее не сможем. А я бы очень хотел. Но такая вот проблема, что зависит на загрузке, и эта проблема так никто не смог решить. На сегодня все, с вас и Кос, подписывайтесь с меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой блоговый канал, ссылочка в описании и группа ВКонтакте. Всем пока!